В младенчестве не безмятежным. В младенчестве небезмятежном он скорблен был в участии нежном молочной кухни добрых бон. Игрив, капризен и смешон, малыш резвился на прибрежье и, утомленный ветром свежим, скрывался в тень под миндалем и там дремал с набитым ртом. На море поднимались волны, и собирался театр полный случайных зрителей из стран, где гордо властвует Коран, и сам собой орнамент беглый то ставит, то сбивает пеплом. Какая все же ерунда! Подросток не смотрел туда. Мужчиной был он осторожным, и день валялся, если можно, под тем же самым миндалем. Ни шторм морской, ни даже гром его покоя не касались. Широко ветви простирались, гнал ветер с грохотом валы, и стуч в туман росли стволы. Причинно-следственной натуре, что делать, разражалась буря. Казалось, кончился покой, но он на все махнул рукой, зевнул. «Какая скукотища!» А ветер все сильнее свищет. Дед вперил взор в небесный свод и задремал, разинув рот.